ще спектрал. Ready. Так, ну шахматист сильный. Что это у нас за партия была? Не помню, если честно. В общем, мой соперник может написать в чате, кто он такой. Потому что я не знаю. Разыгрываем вариант Петросяна. В староиндийской защите здесь сделали рокировочку. Ну и ферзь c2. Сразу укрепляем пешку на e4. В принципе, я играю по рекомендации Ярсана. Сейчас здесь слон g5, на ход h6 слон e3. На конь g4 слон c5. Там длинная теоретическая линия. Может быть, соперник пойдет на нее, не знаю. Так, ну этот ход мне нравится. Теперь играем так, конь уже никуда не прыгает. Ну, в принципе, есть ход конь g4, я там просто меняюсь, да. И начинаем наступление на ферзевом фланге. Наша цель — поле c7, пешка d6, прорыв c5. Вперед. Идем потихоньку, с хода a3 было плохо начинать, ввиду блокады a4. Здесь слона уберем на f2. g4 уже намерен провести, но я первый начинаю нападать. Если c5, взяли. Так, ладно, поехали. Поехали кататься. В общем, сейчас начинается рукопашная схватка. Если белый мат не получает, то они должны получить стратегически выигранную позицию ввиду. Ввиду заезда на седьмой ряд, ввиду слабости на d6. Ну, правда, я здесь вынужден чернопольного слона сдать. Вынужден. Теперь нападаем на пешку c5. Хочу брать конем. Еще идейно за белых выбить белопольного слона. Без него атака черных не такая страшная здесь. Но здесь я забрал. Я купил на AliExpress микрофон всего за... Фифайн, что это такое? USB, ничего не понял. За сколько? За $2. Крутой микрофон, однако. Так, если я бью здесь, то ферзь сюда, ну тогда h3 просто. А если бью здесь, шах, король так. Давайте попробуем в такие шахматы сыграть. Check. Главную задачу мы реализовали. Теперь пешка должна отвалиться тут. Ладья сюда идет, чтобы при случае коня на защиту... Мне кажется, у белых здесь перевес должен быть, несмотря на отсутствие пешки. Если ферзей особенно меняем. Плохой чернопольный слон. Все пешки на черных полях. На h2 я легко отыграю в любой момент. В общем, думаю, здесь позиция белых должна быть выиграна. Так, за 2. За 2 чего? Не пойму чего. 2. Ну, тогда вторая пошла на b7. А что он тут может создать? Сюда разве что напасть. Но это долго. Одним ферзем, тогда еще ладью надо подключать. А вот он слона хочет сюда поставить. Слона туда поставить. Ну, я сразу конь c4 пошел. Грожу на e5 стукнуть. На этот ход буду даже меняться. Наверное. Не знаю еще. Или ладья b7 предварительно. Чтоб там на f7 стукнуть. Ферзь g5. С идеей так. Так, подождите, а ладья кому? Ладья g7, ладья c2 просто закрылся. Ничего не пойму. Ну, взял. И я ничего не понял. Защитился. И так, что ли? Так я там так защищусь. Не, ну это детский сад. Детский сад, красносолнышко. Я могу даже сюда напасть. Пешки долго слишком идти. Времени 2 минуты. Позиция, как мне кажется, в доску выигранная. У него есть еще такая идея, да? Так, что я еще могу тут сделать, кроме ладья b8? Вроде неплохой ход. Можно даже потом ладью здесь сдать. А можно не сдавать. У него единственная идея — это ферзь g3. Но, кстати, идея не дурственная. Допустим, я так, и дальше ферзь никуда не идет. Ну, давайте. Вроде я с ума не сошел. Так, что в Азербайджане на турнире? Третий тур, что слышно, кто знает. Кто знает, ну там ничьи, много ничьих. Карлсон еще играет, но в принципе должен выиграть у Навары. По идее, Карлсон должен выиграть. D6. Вперед. В общем, на ферзь g3 ладья и 2 есть ресурс постоянно. Ну, а я даже хочу d7 пойти.
Эфир отстает на одну минуту. В чем проблема? Я успеваю на все сообщения отвечать. У меня не так уж много зрителей на стриме. А, за 2000 рублей? За 2000 рублей. Ну, у меня чуть подороже, вместе со всеми приблудами, этими фильтрами сетевыми, или как оно там, нет, не фильтр сетевой, а как же оно называется? Филибай. Усилитель. Да, усилитель. Так вот, плюс звуковая карта, которой я не пользуюсь, у меня вышла в районе 7000. Ну, кстати, этот микрофон был куплен на деньги с доната. Мы собирали, делали специальный сбор на микрофон. И вот он куплен. Ну, сказать, что я слишком от него в восторге, нельзя, потому что я ожидал, если честно, большего, судя по гайдам на YouTube. Но, в принципе, неплохо по сравнению с предыдущим. Забрал таки. Так, я хотел конь d6 брать. И что? На конь d6 я забрал. Сюда пошел. Так, хорошо. А если я шажулик? Если я шажулик? Check. Что он так хочет? Это безыдейно совсем. Буду дальше на e5 бить. Или так? Могу пожертвовать дальше. Так, уже хочет тут стук. Ну тогда ферзь f6. А ладьей возьмет, да? Возьмет ладьей. Давайте так. Может, я смолодушничал, но не знаю. Все равно должна решаться эта позиция. Здесь уже и конь близко. Много угроз. Если я не выиграю эту партию, то буду, конечно, полным шпротом. Ну, вечный шах у меня точно должен быть. Он защищается. Если тут шах, сейчас же ферзей поменяем. Check. Или нет, ладьей? Нет, конь контролирует. Конь контролюе. Теперь сюда. Все время мат подвисает. Так, и здесь уже можно бить. На g3 прикрыто. Ну, туда пошел ладью. И чего дальше? Забрал. И чего дальше? Ни одного шаха нет. Времени у меня даже больше. И сдался. Спасибо за партию. Кстати, очень красивая победа. Можно даже эту партию вырезать. Соперник в дебюте, мне кажется, играл не то. Вот эта вот схема за черных, она, как мне кажется, слабоватая. Здесь за черных нужно идти. Ну вот, сейчас посмотрим. Вот на вот эту линию с конь g4. И там, в принципе, очень сложная борьба. Очень сложно. Здесь конь g4, слон c5, так, h3. Сюда, 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 сюда. В общем, да. И здесь очень yeah. сложная позиция. И белые атакуют на королевском, и черные по черным полям. Ну, а вот это b6. Ну, не знаю. Я очень много партий выиграл у квалифицированных шахматистов, вплоть до международных мастеров. И не делая своих ходов в партии. Ну, просто в одну калитку, по-моему, партия прошла. Ладно, хватит себя хвалить. Идем дальше.